А мы финишируем вот игрой. У нас новые традиции, помимо вот котят, играть в правду. Значит, из этого мешочка, Марк, вы достаете одну фишку. Там их всего четыре, вы должны выбрать слепую одну. Выбрать? Это красный цвет. Красный цвет, любую красную карту. А где здесь красный? Я не вижу красный. Вот это? Вот это тоже, например, да. Это как? Это красная еще какая-то. Выбрал. Так, читаем вслух. Расскажите о своем худшем свидании. Да. А что имеется в виду? А что приходит в голову? Я не знаю. У меня есть одно страшное, одно смешное. Какое рассказать? Давайте смешное. А? Давайте смешное. Ну, причем и то произошло в одном месте. Так. Одно произошло, когда дали свидание моей бывшей жене в тюрьме, она пришла выяснять со мной отношения, мне надо было ее попросить, как говорят, кусочек хлеба передать. Это очень смешно. А второе, когда пришло извещение освобождения, пришла моя будущая жена, которая... в этот день состоялся Верховный суд, и я шел как на смерть уже. Она мне должна была сообщить, либо меня по этапу, либо я свободен. И я... Она стоит в 10 метрах от меня за решеткой, выставлена, я с этой. И я открываю рот, и она мне говорит, ты свободен. И я начал хохотать. То еще свидание. Да. То еще свидание. Кстати, про это свидание совершенно нет в книжке, которая называется... Вам надо написать вторую. Да, «Казус Рудинштейна». Да, фактически здесь-то стоит моя фамилия как автор, но это ваша книга, потому что она выстроена на интервью для «Нового взгляда». Этой книжки ваших... еще нет, вы знаете... Нам, если вы хотите, нам предстоит написать настоящую, вторую книгу. Мы обязательно это сделаем. Где будет все. И наш Подольский, и как фестиваль. Договорились, мы это сделаем. Эту книгу я, кстати, у меня не было возможности подарить ее Марку, хотя я знаю, что у вас эта книжка есть. Вы даже подарили Ефиму Шиприну, который большой пост про эту книжку написал. Я пользуюсь случаем, чтобы подарить вам эту книжку. Здесь наша беседа, кстати, есть из этой студии. Надеюсь, что в следующей будет и эта беседа. И новая книжка. И новая книжка, да. Спасибо, Марк. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».